Беременная Михалкова вышла замуж. Внучка знаменитого режиссера связала себя узами брака со звездой фильма «Ученик». Александра Михалкова, внучка легендарного режиссера Никиты Михалкова, дочь Степана Михалкова и Аллы Сиваковой, вышла замуж. Избранником девушки стал актер, ставший известным после главной роли в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик» Петр Скворцов. В сторис Михалковой появились кадры из ЗАГСа. На Саше легкое платье с завышенной талией, сверху накинут черный бомбер, на голове кепка, в руках букет полевых цветов. А Петр надел черный свитер с надписью. Наряд невесты не столько не скрывал, но и подчеркивал беременность. Судя по тому, как сильно выпирает живот, совсем скоро Никита Михалков станет прадедом.